Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в культурно-досуговом центре «Московский». Давайте поаплодируем. Нам очень радостно видеть вас всех сегодня в этом зале, ведь сегодня состоится концерт народного коллектива «Духового оркестра». Давайте им поаплодируем. Художественный руководитель и дирижер Илья Землин. Сегодняшний концерт, многоуважаемый коллектив, захотел посвятить дню рождения нашего любимого города Санкт-Петербурга, грядущему дню рождения. Поэтому многие произведения, которые будет исполнять оркестр, вам знакомы, но мы желаем в этот вечер вам насладиться прекрасной музыкой. Итак, друзья, мы начинаем. Первое произведение — Олег Селиванов, «Марш на Невских берегах». Thank you.